Дорогие друзья, всем привет! Спасибо, что вы заглянули ко мне в гости. Сегодня у меня для вас очень интересный рецепт. Готовим сливу в шоколаде или нутелла из слив. Но я орехов не добавляю, поэтому у меня а-ля нутелла. Начнем. Берем красивые такие сливы у меня. Удаляем косточку. Добавляем сахар, и я оставляю на несколько часов, чтобы слива пустила сок. Прошло часа 3, и я поставила нашу смесь. Вот так она красиво выглядит. Я ее поставила увариваться. Увариваю минут 20, чтобы слива размягчилась. Дальше. Измельчаю при помощи блендера и можно перетереть через сито, как сделала я. Какая у меня получилась масса. Видите, сколько? Я люблю так. Вы можете не перетирать. Так, теперь продолжаем. Самое интересное. Продолжаем. Сейчас будет магия. Здесь у меня вторая порция варится. Раскладки у меня все небольшие. Вы сначала попробуйте на полкило слив. А вдруг это не ваше блюдо? Тут варится у меня. Продолжаем. Что мы сюда должны добавить, чтобы это же была нутелла? Хорошее какао. Настоящее такое черное. И шоколад. У меня вот такой шоколад с чили, но я люблю острое. Если вы не любите, можете добавить просто рецепт и технология, как всегда, под видео. Добавляем шоколад. На небольшом огне увариваем всю нашу массу. Кстати, уже как это красиво. Но сейчас будет еще вкуснее. Все-таки это нутелла. Вы добавьте или грамм 50 орехов в самом конце, а я добавлю 2 столовые ложки орехового ликера. Очень вкусный. Теперь нам все это надо уварить. Хорошо перемешиваем. Подготавливаем чистые баночки. Ой, какая-то красота. Не забывайте подписываться на мой канал. И мы с вами готовим такие чудесные рецепты. Запах. Вы не представляете, какой запах. Сейчас мы это все хорошо размешаем. И тогда уже попробуем. Я еще хочу добавить щепотку соли. Вы можете не добавлять, но я люблю именно... Я долго не храню. Ну, еще один ингредиент. Это ванильный сахар. Теперь у нас все. Увариваем. Еще минут 10 до нужной вам консистенции. Можно больше, если вы любите густую. Вот такая красота у меня вышла. Тут у нас варится. Мы сразу с вами сюда на вторую партию смотрим. Вот видите, еще твердые сливки, пусть варятся. Так, все, прошло 10-15 минут примерно, где-то 12 в среднем. Алкоголь полностью выпарился. Остался только необыкновенный ореховый вкус. Если вы не употребляете алкоголь, добавьте вот сейчас грамм 100 орешков.
все, великолепно наша нутелла и слив готова. У меня скоро будет и вторая партия. Всем приятного аппетита. Я жду вас на моем канале. И мы с вами готовим такие чудесные рецепты. Баночки я уже подготовила. Я их стерилизовала, видите, в духовке. И сейчас уже перелью всю эту мацу. Цвет просто необыкновенный. Вам хорошо видно? Всем спасибо, что вы были со мной. Всем пока!